Всем привет, меня зовут Полина Каминская, ты на открытом уроке на Первом краевом. Привет тебе и от меня, Мыслика. Я так рад тебя видеть. И тебя тоже. И у нас для тебя отличная новость. Мы подготовили самые интересные сюжеты о школьной жизни в частности и о молодежной вообще. Практически со всех уголков нашего края. Итак, сегодня в выпуске. Осторожно, горячо. Горючая пена. Такое бывает. Экспериментируем, удивляемся и помним про безопасность. Устами младенца. Фестиваль чтецов и художников в Ужуре. Какими талантами богата земля сибирская. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Безопасность на железной дороге. Куда ни за что на свете не должны ходить маленькие дети. И куда же? В Африку? Вовсе нет. На самом деле, впрочем, все подробности в сюжете далее. Сколько весною путей и дорог. Хорошо нас видит, солнышко светит. Пожелай нам, Вите, доброго пути. Удивительный, добрый и хороший мультик, скажет любой ребенок. Ай-яй-яй, сколько правил передвижения по железной дороге нарушено, скажет практически каждый взрослый. Да, правда, у каждого возраста, конечно, своя, но железная дорога и верно, не место для игр. А вы знали, что на вокзале ребята могут находиться только под присмотром взрослых? А маленьких детей и вовсе нужно всегда держать за руку. И вообще, основных правил поведения три. Переходить через пути только по мосту или специальным настилам. Не подлезать и не взбираться на вагоны и автосцепки сверху. Напряжение тока составляет более 27 тысяч вольт. Правило номер три. Не играть на платформах и путях. Конечно, есть и масса других указаний, но эти основные несоблюдения грозят не только штрафом кошельку родителей, но и ущербом здоровью детей. И зачастую думать о безопасности мы начинаем, когда уже поздно. Приведу цифры страшной статистики. В 2016 году только за полгода на железных дорогах России травмировано свыше 70 детей. И это при всем при том, что на железной дороге созданы все условия для безопасности людей. Для их безопасного перехода железной дороги по виадукам, пешеходным, подземным, наземным переходам. А есть речевые информаторы о приближении поезда, светофоры, знаки. Так почему же наши дети не идут по виадуку, а идут рядом с ним, по железнодорожным путям? Потому что взрослые не объяснили им правила поведения на железной дороге. Взрослые – это родители, бабушки и дедушки и, наконец, педагоги в школе. Работа должна быть комплексной. И чтобы все эти правила ребята запомнили лучше, во многих учебных заведениях проводятся специальные уроки безопасности. Форма игровая, ведь так ребята усваивают важную информацию гораздо лучше. Недавно, например, целый класс 9-й Красноярской гимназии побывал в веселой картонной стране паровозии, где слово «безопасность» знает каждый. Мы живем в железнодорожном районе, где есть опасность того, что дети переходят через пути. Вот, например, в нашем классе 9 человек живут за линией. Им хоть сколько-то раз приходится идти домой, проходя пути. И проиграв это в театре, пережив это, они смогут применить и в жизни. С этим фактом не поспоришь. В этот раз и паровоз, и вагончики, и даже светофор твердо усвоили. Железная дорога – место для игр только в мультфильмах или вот таком картонном театре. Не больше. Да, я вагончик номер 2. Меня зовут Савелий. Я только и делал, что ехал за поездом. Если что-то неправильно, я свистел свисток. Мне понравился тот вагончик. Понравилось раскрашивать и делать спектакль. Всем спасибо, всем ту-ту! Я очень-очень постараюсь. А сейчас наши короткие новости. Точнее, рубрика «Дневник». Итак, самая полезная, самая интересная, самая нужная информация о сфере науки и образования Красноярского края. Слово Кате Дмитриевой. Всем привет! Один из лучших преподавателей России трудится в Красноярске. На прошлой неделе завершился федеральный этап конкурса «Учитель года». В этот раз профсостязание состоялось в Самаре. Более 80 учителей со всей страны демонстрировали авторские методики обучения и в прямом смысле слова показывали класс.
По итогам конкурсных состязаний были выявлены 15 самых выдающихся преподавателей. В это число вошел и Владислав Галимов, учитель биологии в Красноярской гимназии номер 1 «Универс». Сразу в два топа попал Красноярский кадетский корпус имени Александра Ивановича Лебедя. Его уже четвертый год подряд признают одним из лучших учреждений страны. Вошел он в топ-200 лучших общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития, способности учащихся. И в топ-500 лучших школ России, куда помимо него вошли гимназия номер 2, лицей номер 7 и школа номер 145. Также в этом году кадетский корпус уже числился в списках двух профильных топов страны. Новость для спортивных. В начале ноября на базе Красноярской гимназии номер 13 «Академ» состоятся соревнования по спортивному туризму на пеших дистанциях среди учащихся. Принять участие может любой. Для этого нужно подать заявку до 21 октября. И на этом у меня все. Пока-пока. Пора переходить к экспериментам. И у нас для этого все есть. С интерактивным музеем науки связались. Реактивы нашим экспериментаторам подготовили. Пора за дело. Не могу не согласиться, коллега. Вперед к научным открытиям. Поехали. Привет. Сегодня мы в интерактивном музее науки. Меня зовут Андрей. И мы с Гордеем будем проводить очень опасные опыты. Будем? Да. Нет, ну опасный опасному рознь. В наших опытах, обещаю, никто и ничто не пострадает. Но в этот раз в эксперименте присутствует огонь. Поэтому... у нас с собой есть что? Огнетушитель. Знаешь, кстати, как работает огнетушитель? Нет. Огнетушитель работает очень громко. Нажимай вот на этот рычаг. А, этот огнетушитель у нас демонстрационный. Настоящих огнетушителей у нас там еще 3. Так вот, мне потребуется чашка, небольшое количество воды, небольшое количество средства для мытья посуды и необходимо все это смешать. Теперь, раствор-то у нас получился, но что же мы будем поджигать? Здесь же есть только вода и средства для мытья посуды. Само по себе из этого ничего не горит. Нам потребуется обычный газ, который мы используем в горелках. Мы берем и создаем пену. Обычная пена, разумеется, не горит. Внутри пузырьков обычно воздух. Но здесь, внутри этих пузырьков, сейчас не что иное, как горючий газ. Поэтому давай-ка мы тебя немного защитим. Во-первых, вот тебе забрало такое классное. И пожертвуем моей левой рукой. Вот таким образом зачерпнем немного пены и просто-напросто ее подожжем. Андрей, ты как? Смотри, с рукой что-нибудь случилось? Нет. Замечательно. А почему? Казалось бы, рука была объята пламенем. На самом деле, очень кратковременный контакт с огнем человеку, в принципе, ничем не грозит. Ну, как раз на этом основан совет, что из пожара можно убежать, как следует себя намочив. Ну, Андрей, пожалуй, такой эксперимент мы проводить не будем. Однако в обращении с огнем всегда нужно соблюдать большую осторожность. И главное... Нужно помнить телефон пожарной охраны 01. Спасибо за опыт, но я думаю, что его повторять не буду. Это правильно. Ну и, кстати, на прощание небольшой фейерверк. Скажи, а ты знаешь, какова территория всего нашего большого Красноярского края? Конечно, почти 2,5 миллиона квадратных километров. Да, а живут на этих просторах почти 3 миллиона человек. И в каждом районе, в каждом городе, селе или деревне есть свои удивительные новости и события. Совсем недавно такие необычные новости пришли к нам в редакцию из Ужура. Местные талантливые ребятишки приняли участие в одном очень душевном мероприятии. Подробности, как водится, в следующем сюжете. Не зря поэты прошлого называли звон колоколов звучащую картиной. Именно с него, переливистого, как говорят, малинового, и было решено начать первый открытый фестиваль детского творчества «Хранители наследия». Организаторы мероприятия – жители Ужура, которые душой болеют за духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи.
Совместно с представителями православной церкви они придумали проект, написали программу развития и получили грантовую поддержку международного конкурса «Православная инициатива». Номинаций было представлено всего две, но зато какие – выразительное чтение и изобразительное искусство. В чем, как говорится, вот важность этого мероприятия, этого фестиваля «Наследие православия» – это то, что значит, такие мероприятия очень объединяют и сближают детей между собой. Значит, и значит, вот этой платформой, которая объединяет и сближает детей, является как раз культурное наследие, значит, наших с вами предков. Точкой встречи горожан с культурой и поводом для выявления художественных талантов стало одно из старейших культовых сооружений на территории юго-запада Красноярского края – храм Петра и Павла. В 2016 году ему исполняется 241 год. Собственно, свои работы, рисунки и стихи ребята посвятили именно этой достопримечательности. Если художники должны были передать свое видение ужурского храма, то юным чтецам нужно было найти вдохновение в ценностях своей семьи и личном отношении к русской культуре. С заданием справились практически все, а многие просто поразили жюри артистизмом и глубокими эмоциями. Однажды вечером в Англии мы шли из храма. «Зачем живем мы на земле?» – спросил я маму. Светился в окнах теплый свет. Сказала мама мне в ответ: «Даны земные нам пути, чтоб царство Божие найти». Я его учил примерно 2 дня. Стихотворение называется «Зачем?». Его написал народ. У меня эмоции счастья, такое зажигание, прям салют внутри меня. Определиться с победителями членам жюри было непросто. Ребята подготовились очень серьезно. Впрочем, достойные призы ждали каждого участника. Сам же фестиваль будет жить. Организаторы продумали не только целый ряд мероприятий до конца этого года, но и постоянно действующие проекты. Мы видим перед собой еще ряд задач. В частности, мы готовим целый такой аудиолекторий, который будет, по нашему мнению, транслироваться в общественном транспорте или по каналам громкой связи в городе Ужур. Те же ужурцы, которые не смогли побывать на фестивале детского творчества, все равно увидят работы юных художников. Организаторы пообещали, в самое ближайшее время передвижная выставка проедет по всему Ужурскому району. А еще в планах сделать виртуальные копии каждого рисунка и разместить их на сайтах о творчестве. И на этом наш открытый урок подходит к концу. Пока-пока. Не забывай, мы с Полиной ждем самых интересных историй из твоей школьной жизни. Вот по этим адресам. Звони и пиши нам, будем рады встретиться с тобой еще раз. До скорого свидания и почаще стремитесь к новым полезным знаниям.